Шивон Смайт, проклятая Банши, по прозвищу Серебряная Банши. Первоначально контролируемая проклятием, она в конце концов преодолела его с помощью Супергерл. Шивон приехала в Нью-Йорк, чтобы сбежать со своей родины в Ирландии из-за семейных проблем. Ее отец умер, когда она была маленькой, а мать умерла совсем недавно, что заставило Шивон искать новую жизнь в том, что она считала величайшим городом в мире. Приехав и обосновавшись в Квинси, она случайно оказалась лицом к лицу с новой угрозой города – Супергерл. Мгновенно поняв ее язык, и после короткой стычки с властями, Шивон сбежала с помощью Супергерл. Поняв, что они нужны друг другу и завязав крепкую дружбу, Шивон решила пригласить Кару на последнее выступление ее группы. Но туда прибыл отец Шивон, Черный Банши. Шивон рассказала Каре, что она на самом деле Серебряная Банши, и вместе они справились с ее безжалостным отцом.